Многие люди признаются в зависимости от онлайн-покупок, ведь для одних это экономия времени, а для других – попытка справиться со стрессом и поднять себе настроение. Однако порой многие даже не догадываются, что маркетплейсы самим фактом своего существования влияют на их выбор. По словам экспертов, часто потребитель не знает, что он хочет в первые минуты подбора вещей онлайн. Потребуется небольшое количество времени, и все, ты в пучине соблазна. Прежде чем выпустить продукт, чем вложиться в его производство, нужно, конечно, оценить рыночные преимущества, целевую аудиторию, на кого этот продукт, понимаете, да? И самое главное, ответить себе на вопрос, а почему будут покупать мой продукт? Потому что сейчас очень много производителей схожих продуктов по функциям, по свойствам, по качеству. Но когда вы уверены в уникальности и незаменимости вашего продукта, то здесь срабатывает очень простое правило – сами придут, сами купят. Покупая товар онлайн, потребитель не может оценить его реальную необходимость, ведь перед глазами картинка. Если в реальной жизни покупку можно потрогать, повертеть в руках и оценить все за и против, то в онлайн-покупках такая возможность отсутствует. Здесь основной критерий выбора – нравится или не нравится. Если мы говорим о качестве продукта, то мы уже прекрасно понимаем, что самая хорошая реклама – это ее отсутствие. Потому что когда товар хороший, его будут покупать и без усиленных мероприятий по управлению продажами и продвижению. Конечно, первое время можно вызвать с помощью рекламных инструментов, пиара, всевозможных инструментов продвижения, просто такую, знаете, интерес, интригу вокруг продукта. Но как только пойдут первые отрицательные отзывы, маркетинг бессилен. Конечно, не надо верить большим скидкам. Потому что мы прекрасно понимаем, что чем выше скидка, тем меньше прибыли производителю. Кто на это пойдет? Нет. Существуют определенные лимитированные скидки, которые да. Да, это сезонные распродажи, это всевозможные акции, это да. Это тот инструмент, который себя оправдывает. Вспомните пример с «Черной пятницей». Да? Вот, он всегда проводится в ноябре, перед новогодними распродажами, перед новогодними праздниками. Но когда вы видите, что скидка там, 50, 60, 70%, это, ну, вы знаете, к ней надо относиться с осторожностью и всегда смотрите, с чем это связано. Маркетплейсы умело манипулируют потребителями, убеждая купить здесь и сейчас по выгодным ценам. Могут быть ограниченные предложения, скидки, определенные часы, когда товар продается именно по этой стоимости. У покупателя возникает страх упустить выгоду, и он берет товар, даже если он сейчас не нужен. Арина Арсланова, Тимур Ахметов, Универ Новости.